Ребят, все, туристы улеглись. Фу, сегодня мы без спиртного, так я думаю. Еда вообще кайфовая. Просто вот я говорю, нету, как вот у некоторых отелей. Бывает мути, вроде много всего. Там гуляш чем-то, гуляш с рисом, гуляш еще. И одно и то же-то в основном. Тут все равно, вот, ну, кайф по поводу этого. Вот реально 5 звезд, да, по поводу еды. Прохладная. Ну, с Сочами, конечно, не сравнить с Черным морем. Мы опять на море, пока у нас солнце. Солнце садится, очень рано садится солнце. В 5 часов уже нету, да? Даже раньше? Даже раньше. Морепродукты. Тут у нас крабик, креветки, рыбка. Everybody, I'm welcome to dance with us. Everybody. Ребят, всем здорово. Новая часть у нас сегодня. Ветер не мешает вам? Вчера мы немножечко перебрали, если я вам что-то там не доснял. А и зарядка кончилась у нас, когда в ресторане были. Так что сегодня у нас новый выпуск. Сейчас будет пока волшебное местечко одно, ну вы поняли, после перекуса. И потом идем на море. Будем уже потихоньку мы более подробнее рассказывать о отеле. Так что погода у нас... Знаете, ну градусов, наверное, 27 есть все-таки, но опять же ветер этот. Наверное, я отдельно вам выпущу видео. Именно будет оно 5 правил, когда летишь в Египет. Что надо сделать и что посмотреть про отель. Не только питание, так что и отель главное, еще и погодные условия. Бухты там. Все, ребят, давайте, я волшебное местечко и возвращаюсь сразу к вам. Новости, ребят, у нас Гузелька надо мной прикалывается. Взяла ключик, спрятала, я хожу ищу. А еще у нас новые новости. Гузелька вчера напилась. Это ты напился? И я тоже напился. Бутылку сам выпил. А, бутылку я еще потом выпил. Мы же, знаете, мы в ресторане были. Ну, тебе ты мне скажи про ресторан. Как? Это у нас итальянский же ресторан? Да, и морепродукты прикольные, да, были? И это... Он нам предлагал, в принципе, там еще меню рыбного ресторана. Рыбный он платный. 1,32, что ли, доллара? Да. Другой 42 доллара на человека, полное меню. Так, это вот ресторан. Тут мне все кажется, как и да, с обычным рестораном. Ну ладно, отель неплохой, посмотрим, что будет. Не будем раньше времени говорить. Там лепешечки какие-то готовят. Уже первый минус. Местечки такие. Здрасте. Блок. Видеоблок. Все, мы пересели. Вот такая обстановочка у нас в ресторане. Общая. Такая спокойно все. Ой, Гузелька, молчу, не. Меню, оказывается, у нас есть все как все по-цивильному. Сегодня у нас воскресенье. Пинцо сейчас нам принесут бутылочку. Так, салатик у нас принесли интересный вот такой. Салат с морепродуктов, как будто с холодильника достали. У них заготовки, походу, были. Ребят, следующим супчик морской, да? Несколько видов рыбы. Такой неплохой, солененький. Пицца у нас подъехала тут. Сервис. Пицца нормальная, да? Конечно, не сказать, что там мясо или рыба чего-то есть, но сделано добротно. Пасту принесли. Это тоже с морепродуктами, да, получается? Горячущая. Такой острый соус, но интересный. И вот это у нас рыба, наверное. Да? Кстати, та же вроде бы, что и в супе была. Ребят, и по-быстрому морепродукты. Тут у нас крабик, креветки, рыбка. Еще что-то тут, осьминожка, что ли, ничего это. Кальмар, точнее. Да. Креветки, лосось, крабик.
Короче, хорошее меню будет стоить $20 человека. Там все, там и лобстер, да? Все. Так что мы еще посмотрим, может даже сходим. Убираются часто, да? Фу-фу, конечно, не сглазить. То сейчас похвалишь, потом что-нибудь. Здесь ветерок, ребят. Наверное, местечко мы сейчас потише найдем, там поболтаем с вами. Пообщаемся. Видела статуэтки эти? Прикольные, да, куда? Видели из травы? Там очень я говорю, вот все ничего, вот погода, ну ветер. А в Тунисе теплее было, нет, когда мы? В октябре-то мы в Тунис летали же. Посмотрите, что есть на моем канале. Солнце, главное, жгет. И ветерок, да, Гузель? Да, жарко и холодно в одно время. Но там вечеринки поцивильнее, да, в том бассейне? Но здесь больше для иностранцев, да, тоже, мне кажется. Постоянно русской речи я тут не слышу в этом бассейне. Ребят, вот такая программа у нас. Митто битто. Постоянно тут такие звуки слышатся. Tutto l'allestimento pronto per il nostro aperitivo di benvenuto. Everybody, welcome to dance with us. Everybody, our. Скоро мы сами заговорим так, да, с тобой? Чинго, пинго, нинго, пунго. Мужик. Так, кстати, вот тут меньше, да, ветра? Я боюсь, конечно, сглазить, но там все-таки ветренее, наверное. Блин, а море спокойное, да? Мне страшно опять как залазить, да? Вчера я когда, вам помните, как заходил я в воду? О, холодно. Потом вроде мы немножко выпили, легче было. Рыбок столько там было. У, я вам с боксом поснимаю. Сходим туда, на пирс мы еще. Как-нибудь там поснимаем. Ребят, все, туристы улеглись. Фу, сегодня мы без спиртного, так я думаю. Дай, посмотри сюда. А, трусишка мелкая. Так что загораем, ребят. Местечко вроде как. Тут ветра поменьше. Аэропорт рядом тут же и постоянно самолеты. Сейчас я вам запечатлею. Гузелька тут засними. Ребят, пошлите сходим в море, посмотрим и проверим температуру воды. Рубрика у нас «Морская прогулка». Тут вот где-то кораллы, а где-то есть нормальный песочек. Сейчас где песочек с вами пойдем. Смотрите, водичка прозрачная. Прохладная. Ну, с очами, конечно, не сравнить с Черным морем. В начале июня, когда она еще не прогрелась. Это уж теплее. Но все равно. Не Турция в сентябре. Знаете, градусов, наверное, ну, мне кажется, градусов 19-20 вода. Потому что сейчас холодно залезать, а потом вылезать холодно из нее. Так что вот так вот. Здесь рыбки еще, сейчас посмотрите. Если увидите. Попозже я вам с боксом поснимаю.
Барчик, я только не пойму, для чего он тут, да, Гузель? Просто чтобы был... Нет, отдыхает, понятно, он неподогреваемый бассейн. По поводу еще ресепшена. Вы, я вам еще раз говорю, вы их не приучайте, давайте, к деньгам. Не приучайте. Вот мы шоколадку им привезли, они еще денежку ждали, да? Так что не надо приучать. Давайте обзорчик быстренький я вам сделаю. Гузель. По сладостям, конечно, вообще кайф. Гузелька брала. Главное, в Турции, видите, в Турции там что-то, ну, так себе, сладости, все они на один вкус. Тут все равно вкуснее, просто 4 пирожина брала она. Кайф. И с мясом тут нету проблем. С курочкой. Рыбы всегда несколько видов. И вообще, в принципе, мне нравится обстановка тут. Булочки вкусненькие. Вон Гузелька уже там. Салат тоже нравится. Греческий вообще копия, как у нас. Даже может вкуснее. Масло оливковое настоящее. Тут у нас готовят тоже. Уже как гриль. Самое главное, ребят, барчик. Подходишь, все наливают. Даже бывает не то, что наливают. Гузель, ты все выбирать? Даже подходит, обслуживают, как в ресторане. Вот это мне нравится. Так что все, мы набираем и кушаем. Спиртного, водичка у нас. Так, что я взял? Супчик у нас тут с чечевицей. Супчик все равно нужно хлебать. Такой вкусный. Потом греческий взял салатик. И рыбка. Это говядина, да, мне кажется, Гузель? Паста. Плюс еще. Вот. Много набирать-то больно неохота. Гузелька у нас все тут в тарелочку тоже, да? Набрала. И фруктики. Фрукты тоже надо кушать, да? Так что вот такие пирожки, ребят. В чем все такое вкусное? А именно по чуть-чуть попробовал и кайфанул. Короче, вот так. Ветра у нас нету, все сами вы видели, покушали мы. По поводу вот еды, ой, отдельно, да вообще спасибо как бы, да? Еда вообще кайфовая, просто вот, я говорю, нету как вот у некоторых отелей, бывает мути, вроде много всего, там гуляш чем-то, гуляш с рисом, гуляш еще, и одно и то же-то в основном. Тут все равно, вот, ну, кайф по поводу этого, вот, реально 5 звезд, да, по поводу еды? Просто вообще сегодня даже рыбу такую, есть же... Копченая рыба-то, пластами такими толстыми, прям открывали они ее на завтрак, да, вообще Гузелька сделала, там не хватало авокадо только, да? Да, для такого бутера сочного. Так что мы опять на море, пока у нас солнце садится, очень рано садится солнце, в 5 часов уже нету, да? Даже раньше? Да, очень быстро, так что надо сейчас загорать, пока есть время. На горки еще как-нибудь сходить надо, да, покажем? Горки-то мы любим, вы знаете. Лайк ставьте и смотрим дальше.